Дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня будет совсем короткое видео об фонариках на улице, об уличных фонариках. У нас здесь, конечно, никаких суперизысков нет в плане вот такого основательного уличного освещения с проводами, но у нас есть фонарики, которые горят за счет солнечных батарей. Сразу вот скажу, вот эту вот гирлянду я заказывала на Валберис. По-моему, в ней 15 метров, 50 лампочек. И вот мы повесили ее на террасе. Очень такой теплый свет. Возможно, он может казаться на видео более холодным, но достаточно уютная атмосфера создается. Также уже 2 года у меня есть уличные фонарики. Сейчас подойду, покажу. Это вот такие фонарики в виде месяца, очень симпатичные. Мне нравится то, что они такие железные, основательные, добротные. Да, они не стоят там 500 рублей, 1,5 и выше, разные цены в интернете, но они этого стоят и вот работают уже 2-й год. Также у нас есть недорогие совсем, это с фикс прайс, с Аби, но как видите, вот эти вот работают тоже, ну да, 2-й или 3-й год. Вот там стоит, он, например, не работает. Эти как-то без перебоя. Вот второй же такой месяц у меня стоит вот здесь, возле гортензии. Вот. Когда вечером совсем темно становится, конечно, незамечательно выглядит. Еще одна гирлянда висит вот здесь на елочке. Вот. Также есть вот такие вот факелы. Повесили их на теплице, чтобы когда идешь, было видно. Они достаточно большого размера. Я видела на Яндекс.Маркет продаются поменьше размер. Но они, соответственно, дешевле и выглядят не так громоздко. Эти классные. Их можно вот так повесить. Либо есть еще дополнительная ножка. Можно вставить в землю. Вот эти тоже около 1500 стоят. Но они уже пластиковые. Но пластик такой добротный, хороший. Видите, не просто они горят, а создают такую иллюзию пламени. Они бывают вместе, зажигаются, а бывают по отдельности, вот, например, как сегодня. Мне они очень нравятся, все всегда спрашивают, где мы их купили. Я на Яндекс.Маркете нашла такие, поэтому сброшу ссылочку. Там, где я раньше покупала, таких больше нет, но есть в виде месяца. Вот, ну, не в виде... как месяц, да. Также у меня есть железные фонарики из этого же магазина. Вот так они выглядят, то есть тоже очень уютненько. Вот, они мне тоже нравятся, они тоже железные, как и месяц. Вот. В общем, вот такое только освещение у меня. В общем, здорово, мне очень нравится. Конечно, ребят, можно сделать грандиозные какие-то проекты, да, когда у вас ландшафтный дизайнер работает, там все вам делает более профессионально, но вы же сами понимаете, да, что это совершенно других денег стоит. А вот у меня есть возможность, да, я делаю вот таким вот образом. Возможно, эти фонарики круто бы смотрелись не на теплице, но мы решили на теплицу повесить, когда выходишь с двери и наблюдаешь вот такую вот красоту. Вот. Были тоже обычные вот такие пластиковые, поменьше фонарики, но они после 1-го года сдохли, если можно так сказать. И еще хочу сказать, я эти фонарики все убираю на зиму, потому что все-таки они недешево стоят. И хочется по максимуму их использовать, поэтому только осенью, летом и весной они у меня стоят, светят. Когда уже идут холода, я их убираю до следующей осени. Вот. Если вам будет интересно, я обязательно на них оставлю ссылочку. Вот, посмотрите, может быть, вам что-нибудь понравится.
Жалко, что вот этих нет в магазине. Я еще раз, ребят, внимание, повторюсь, то, что есть похожие, но обращайте внимание, но на размер, потому что вот эти у меня, по-моему, в высоту 81 сантиметр. Вот, а есть поменьше, по-моему, 32. Ну, представляете, какие они маленькие. Вот. Все, друзья, все сказала, потому что периодически, особенно в последнее время, стали задавать вопросы. Я решила в этом видео ответить сразу всем и дать в этом же видео все ссылочки. Потому что каждый раз, каждую неделю я бросаю эти ссылки в комментариях. И ну, просто вот найдете одно видео, и там найдете все ссылки. Все, увидимся с вами обязательно в новых роликах. Пока-пока.